привет всем! Сегодня у нас на обзоре заведения по чесноку в городе Санкт-Петербург. Мы попробуем интересные позиции и скажем вам, насколько это стоит и насколько это вкусно. Погнали! Да, сам какао мне не понравился, но подача прикольная. Пахнет очень сильно имбирем с лимоном. По вкусу мне понравился такой имбирно-лимонный чай. По вкусу 8 из 10. Такая вот кукурузка. Сочная вкусная кукуруза. По вкусу 7 из 10. Следующий у нас с камчатским крабом, а также грецким орехом, как я понял. Это у нас тут, думал, что краб, на самом деле помидорчик. Давайте посмотрим, сколько это краб. В целом похоже на краб, не такой яркий, как крабовые палочки, поэтому, скорее всего, все-таки краб тут есть. Сад получился сочный, мне понравился, по вкусу 8 из 10. Попробуем здесь и том-ян. Я люблю поострее, поэтому можно добавить. Риса здесь не так много, поэтому добавлю весь рис. Давайте посмотрим, что внутри. Не вижу креветку королевскую, одну вторую. Минимум 3 креветки точно есть, даже 4. Морепродуктов много. Также вижу грибочки. Ну и в принципе все. Давайте его попробуем. Суп тепловатый, но и не холодный. В целом неплохой. Лайк за то, что креветки, но по вкусу не такой острый, как хотелось бы. По вкусу 7 из 10. Это еще у нас салат с грибами древесными и с угрем. Видим кусочки угря. Давайте попробуем их вместе. Интересно попробовать древесный угорь. Интересный гриб. Вкусный освежающий салат. Также видим еще нарезанные огурцы или цукини. Что это? Огурец, скорее всего. Я попробую. По вкусу неплохо. Угря, конечно, маловато, всего лишь 3 кусочка, по вкусу 6 из 10. Такие аппетитные брускеты с крабом и креветками. Хорошее сочетание продуктов, помидора, креветки и краба. Все с собой хорошо гармонирует, по вкусу 9 из 10. Говяжий стейк с мраморной говядины. Хватает соли, стейк пресный. Попробую пюре. Пюре неплохое, как дома. Чувствую, что добавили молоко и что-то еще. По вкусу 6 из 10. Следующее у нас курица в имбирном соусе с рисом. Начнем с курочки. Курица имеет яркий вкус. Довольно такой резкий. Здесь у нас рис, присыпанный нори. Рис, что в том яме, что здесь мне не понравился. Курица на любителя. По вкусу 6 из 10. Нежный мусс, внутри у нас сироп обыкновенный самый, который используется для кофе и для сиропов с мороженым.
имеет небольшую кислинку. По вкусу 5 из 10. Подведем итог заведению. Находится он в не очень удобном месте. Цены и некоторые посещаются на цен на сайте. Порция довольно адекватная по размеру, по весу плюс-минус соответствует. Меню в целом неплохое, но хотелось бы видеть что-то побольше. Понравился напиток имбирный, понравилась брускетта и салат с крабом. Все остальное, в принципе, пойдет, но не удивило. Моя оценка заведению 7 из 10. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам это заведение. Всем пока.